Жалкое подобие нас напротив. Посмотрите. Не хочу ничего сравнивать, но, блин, ребят, подтяните штаны хотя бы немножечко. Да? Ой. Красиво, очень красиво. Сантехника тут вовсю появится. Так вот. Порядочек везде здесь объединили с балкончиком. Вот так вот. Это тоже квартира на ЖК в Азовском. Большая квартира, двух прекрасных ребят. Козырный радиатор, каминчик будет здесь будет выкладываться. Что-то еще. Дизайн проекта даже не хочу видеть. Так, ну надо же показать вам, наверное, да? Дизайн проектик. Сейчас он будет скрипеть. Опа, это с Германом. Это мы объект сдали. Вот такой вот крутой. Темно уже. Красота, да? Посмотрите. Ночь. Без дизайн-проекта, дорогие наши телезрители, не вздумайте ремонт даже планировать. Мы как-нибудь покажем вам, что получается без дизайн-проекта. Мы вообще стараемся не брать в работу объекты, кто хочет без дизайн-проекта ремонт, потому что это, во-первых, это затягивается надолго, приходится все по факту лепить. Ой, а тут не так, а давайте переделаем. Ой, а тут тоже не то. Ой, а тут не то. И получается, сроки задерживаются, и на переделке вот это вот, это не то переделаете, я передумала. И из-за этого доп. Работы, потому что бесплатно что-то, ой, каменчик, смотрите, бесплатно ж никто переделывать не будет, правильно? И в итоге дороже, чем дизайн-проект выходит, сам ремонт. Поэтому без дизайн-проекта души вам советую не делать, огонь вовсю. Вот такие красоты. Ой-ой-ой, крупногабаритная плитка, часики, прихожая какая. Ребятки молодцы, которым мы делаем ремонт. Кухоньку Бибос мебель в аккаунте можете посмотреть. Кстати, сейчас туда надо публикацию выложить, увидите. Ну, вы это видео смотрите уже спустя 2000 лет. Блин, вообще крутая какая гостиная. С вкусом, золотые тона, белая. Мне нравится, когда так вот сделано. Белое, золотое, черное. Кайф, да? Стык наш идеально между напольными покрытиями. Длинный проект, да? Очень. Очень длинный. С разных ракурсов. Дизайнер любит у нас, молодцы. Разные ракурсы делать. Комната программиста. Посмотрите, какая класс. Темно уже, все, музыка играет. Можно покачаться. Кайф вообще, да? Вот так вот. Карта даже есть мира. Вот она. Кстати, карту вы тоже у нас можете заказать. Напишите в директ. И с подсветками есть, и без. Столик программист. Все эйко абсолютно. Посмотрите. Улитка. Кайф, да? Вообще слов нету. Какая ванная. Сильная, с подсветкой. Глянцевая.
Шикарная, шикарная. Все, спасибо. Кто хочет ремонт делать в ближайшее время, в этом году, либо в начале следующего года, либо в следующем году, заранее места бронируйте на дизайн, на ремонт, потому что очередь образуется, подписчиков у нас более 1 миллиона. Да? Заранее пусть? Конечно. Заранее бронируйте. В этом году, либо в следующем вы планируете, заранее бронируйте, потому что все строго по графику. Потому что ремонт – это индивидуальный подход. Сначала нужно дизайн-проект сделать, а затем уже ремонт. Либо архитектуру сделать, затем уже дом построить. Поэтому заранее.